Влог с огоньком. Друзья, всем привет! С вами видеоблог «Сварщик с Екатериной». Меня зовут Сергей Митрофанов. Это рубрика «Рецепты». Мы находимся на производстве нашей компании. Прямо за стенкой у нас интенсивно работает ростер, поэтому если вы вдруг услышите какие-то шумы взлетающего самолета, не пугайтесь. Это идет загрузка-выгрузка кофе, лопасти крутятся, горелки горят, кофе обжаривается. Все делается для того, чтобы вы получали всегда свежий обжаренный кофе. И этот ролик сделан для того, чтобы там кофе жарится, а здесь мы рассказываем про рецепт, чтобы вы получили кофе и тут же его вкусно заварили. Сегодня будем заваривать кофе из Коста-Рики. Это Коста-Рика Уильям Мора, натуральной экспериментальной обработки. Совсем недавно Дима был в Коста-Рике, где посещал фермеров, с которым мы работаем. И в частности, он был на ферме Уильяма Мора. За его приключениями можно посмотреть в Инстаграме, в его профиле. Ну, за его и, в частности, приключениями сварщицы Екатерины. Ну что же, перейдем от слов к делу и начнем приготовление. Сегодня будем заваривать кофе в аэропрессе. Для начала нужно будет смочить бумажный фильтр. Я рекомендую использовать два бумажных фильтра. Почему два? Вы можете посмотреть в нашем ролике полный разбор аэропресса. Его можно посмотреть вот здесь. Там мы, кстати, и рассказываем, почему мы рекомендуем использовать два бумажных фильтра. И дело далеко не в том, что от этого идет лучшая фильтрация. Смачиваем бумажный фильтр. Нам понадобится 16,5 граммов кофе, 215 граммов воды, температурой 91 градус. Помол мы используем 5,75 на кофемолке Malkoning Tanzania. Для вашего удобства у нас есть отличная таблица соотношения помолов, ссылка на нее в описании, она постоянно пополняется. Я уверен, что вы найдете там ваш вариант кофемолки и быстро подберете себе удобный помол. Метод будет перевернутый, то есть, да, переворачиваем аэропресс, крепим, ставим на весы. Так, 16,5 граммов кофе, 215 граммов воды, температурой 91 градус. Мы сразу же заливаем весь объем очень интенсивно и быстро. Так, поехали. Снимаем с весов и перемешиваем до 50 секунды. Активно перемешиваем. Желательно это делать ложкой, так перемешивать удобнее, чем, например, стандартной мешалкой от аэропресса. Захватывая все частицы, то есть там бывает такое, что кофе может прилипнуть к стенкам или к дну аэропресса. Для этого нужно его интенсивно перемешивать. Перемешиваем, прям не останавливайтесь, до 50 секунды. Все отлично, перемешали. Далее убираем немного воды с фильтра. Закрываем плотно. Берем удобную посуду. Можно поставить воронку, для того, чтобы было удобнее. Переворачиваем и очень плавно выжимаем до 1 минуты 35 секунд. То есть я не прикладываю никаких усилий, просто положил руки, и под весом моих собственных рук аэропресс очень плавно выжимается. То есть если вы будете прикладывать силу, то, возможно, у вас получится более плотный, но в то же время более пыльный напиток. Не всем это нравится. То есть аэропресс тоже можно приготовить достаточно чисто. Итак, минута 36, вот, и все отлично приготовилось. То есть 2 минуты и чашка отличного кофе готова. Просто гуава и папайя вот из чашки. То есть вообще экспериментальные лоты из Коста-Рики, они всегда характерны тем, что обладают такими тропическими дескрипторами, очень яркими. Это может быть гуава, манго, папайя. И за счет того, что это экспериментальная обработка, здесь есть что-то вот такое сливочное. Нам это напоминает том-ям. Очень интересный аромат. Еще мне напоминает шоколад M&M's, именно молочный шоколад M&M's. Вот у нее есть такой характерный аромат, такой приятный, сливочный. Пробуем. Плотный,
кофе, сладкий, много тропических фруктов. Очень продолжительное послевкусие. Супер! Давайте замерим ТДС напитка. Мы рекомендуем ориентироваться на показатели рефрактометра по ТДС, на фильтр кофе 1.35-1.45, то есть вот такой диапазон. Рекомендация по завариванию именно нашего кофе. Попробуем на остывании. На остывании кислотность увеличивается, сладость тоже увеличивается, то есть больше таких тропических ярких фруктов. Вот. Но что мне еще очень нравится, опять-таки, это чистота аэропресса, то, что мы выдавливаем не сильно, а за счет того, что мы выдавливаем очень плавно, получается очень чистый вкус. ТДС аэропресса 1.42, нам даже не пришлось фильтровать его, то есть, да, если вы выдавливаете очень сильно, и в чашке получается очень много взвеси и пыли, то есть рекомендация, что при замере на рефрактометре напиток нужно фильтровать через специальный фильтр. Здесь, за счет того, что мы достаточно плавно выжимаем, мы получаем чистый напиток, и фильтровать не обязательно. 1.43, то есть ориентируйтесь на диапазон ТДС 1.42-1.43, вы получите отличную чашку кофе. На этом будем прощаться. Пейте вкусный кофе, друзья, улыбайтесь. С вами был я, Сергей Митрофанов, рубрика «Рецепты», блог «Сварщица Екатерина». Пока!